Что у вас там? Мы наступаем. Лиман? Лиман уже взяли. Ну, я читала. Они, короче, лиман взяли, начали дальше наступать. А там дальше, короче, зеленка. Ну, такая же, как у нас Полялись, а. Как они там пиздов получили, они... Ну, им в городе там попроще было, там, короче, артиллерия не так работает. А здесь-то артиллерия херачит, здесь, блядь, носа не вытащишь на предке. Все, они как пизделей получили там. У нас вообще вот наше направление самое сейчас жопа такое. Мне орден там обещали, блядь. Фига себе ты. Дай мне это постольку, поскольку самое главное домой вернуться, и чтобы пацаны тоже целые остались. А то у меня, кто со мной приехал, первая партия, 7 человек осталось от 60. У нас каждый день в армии, каждый день раненые, каждый день убитые, понимаешь? Каждый день кто-то умирает, каждый день кого-то за 300-го. Людей пачками отсюда увозят, ты понимаешь? В атаку уйти, это просто пиздец. Они сидят, представляешь, они окопаны сидят, у них там все амбразуру, у них там, бля, бетоном все залито. У них окопы, они нас просто сидят и ждут, они просто расстреливают. Там вот нам сказали, 8 тысяч нам платят тогда, когда мы идем в наступление. А мы каждый день идем в наступление. Но там, видишь, как наступление, которое согласовано с генштабом. Понимаешь? То есть, когда в Москве там скажут, типа, вот эта бригада наступает. А за все это время, за вот то, что мы здесь были, якобы официально мы 3 дня наступали, понимаешь? А мы уже месяц здесь наступаем. Я тебе говорю, это такие уёбки, я их по-другому не могу назвать. Это просто, блядь. Ну, дали бы, да, хоть людям... Зачем вы это поставили в долларах? Поплатили хотя бы в рублях. Я не могу понять, а чё к чему-то, блин, в долларах-то? Да им потому что выгодно, понимаешь? Они потому что знают, что доллар падает. Сейчас дойдётся до того, что доллар будет 30 рублей, понимаешь? И нам будет также платить 53 доллара, ну. Они могут так военных кинуть. Ну, как не могут? Вот я думал, к военным по-скотски относятся там, когда я там был. Но когда я приехал сюда, я понял, кто такие военные, понимаешь? Особенно, блядь, пехота. Вот я в пехоте служу, мы просто расходный материал, понимаешь? Тут всем вообще похуй. Тут, блядь, раненые лежат, бывает, неделями, которых нужно срочно эвакуировать.